События, которые мы должны учиться. Привет! И кто ты? Я рада тебя видеть. Привет, Олечка. Давненько не говорили с тобой. Как дела? Гуд-гуд, будь-яба. Хорошо. Все окей. Ты планируешь в Россию приехать? Может быть, в феврале? У нас вечер встречи выпускников. Очень хочется попасть на встречу. Мы не виделись. 30 лет. Нам 35, как мы закончили школу. Очень хочу к вам в гости. Столько времени прошло. У нас все изменилось. У вас все изменилось. Хочу Рашу увидеть. Руслан, Россия. Вот и замечательно. Будем ждать тебя. Приедешь, сама увидишь, как нам живется. Вспомнишь, откуда ты родом. Зузу, auf Wiedersehen. До свидания. До встречи. Ну все, до встречи. Пока-пока. Будем ждать. Ну и вот мы сегодня здесь, на этой сцене, встретились две подруги, которые не виделись так долго. Ну что, дорогая, как тебе наш край? Вспоминаешь потихонечку? Огромными датами. Первое, это нам 35 лет, как мы с тобой закончили школу. Нашему весеннему 85 лет. И Оренбургскому району 80 лет. У нас есть кипит деятельность. Готовимся отпраздновать день рождения, как положено. И достижениями, и успехами, и победами. И, конечно же, песнями и танцами. День рождения малой родины – это все равно, что день рождения члена семьи, где итоги подведешь, успехом порадуешься, ну и, конечно, планы наметишь. И что, у вас есть чем гордиться? Самое главное богатство и гордость – это люди нашего поселка, люди нашего района. Именно они и делают историю. И что, у вас есть какие-то знаменитости? Да для нас каждый человек особенный, каждый талантлив. Убедись, дорогая, в этом сама. Yeah.
душе.